Приветствую вас. Гадать относительно поведения взрослого человека, мне кажется, несколько неэффективно, несколько неэтично, вот, ну, по крайней мере, по отношению к, собственно, человеку. Вот. Поэтому я думаю, что вам для начала, если вы хотите ему помочь, вот, то вам имеет смысл наладить с ним отношения. Вот. Настолько, насколько вы можете. И через налаживание отношений, через отклик, через контакт с ним, уже вы сможете ему помочь постольку, поскольку можете. А если он считает это проблемой, то можете обратиться к психологу сам. Вот. Если что-то мешает вам строить с ним отношения, например, вы говорите, что он так у вас упрекает, что вы не очень хотите с ним общаться. Но это, опять же, если вы считаете это проблемой, то в этом вам можно помочь. А если вы эту проблему не считаете и хотите помочь, например, не хотите с ним общаться, то, к сожалению, это сделать невозможно. Такой вот ответ. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Удачи вам и всего самого доброго.